дедушка Лесаев Александр Георгиевич родился 12 декабря 1907 года на станции Мосты в Западной Белоруссии. В рядах рабоче-крестьянской Красной Армии с 1940 года призван Могилевским районным военкоматом. Великую Отечественную войну мой прадедушка встретил младшим лейтенантом. Он был сапером 10-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Мой дедушка участвовал в боевых действиях на территории Литвы и Латвии. И пусть нам немного известно о его боевых заслугах и его военном пути, но для нашей семьи он был настоящим героем и отважным человеком. Я горжусь своим прадедушкой.